Спасибо – это волшебное слово. Говорят спасибо за то, что хорошее дело сделали, нашли что-то. Ну, чтобы другому человеку был лучше стало в сердце. Ну, я говорю спасибо мама. Я говорю спасибо друзьям некоторым. Я благодарен папе, что он со мной играет. Я говорю маме за то, что она делает мне приятно. Иногда мама меня за хорошую работу хвалит, а я ей говорю спасибо за то, что она меня похвалила. Ну, за то, что я ей помогаю, за то, что я люблю вытирать пол за нее. Сразу, когда вот я хочу что-то сделать, а мама моет пол, я ей помогаю. Вот. Мне тоже нравится, когда мне говорят спасибо.